уровень просто невозможен. Я не знаю, смогу ли я его сегодня одолеть или нет. Он реально очень мега сложный. Да, все, победили, ребятки. Вот так вот его победить легко. Чтобы не пропустить видео на канале, вы должны нажать подписаться, если еще не подписаны. А также и рядом с подпиской есть такой вот колокольчик. Нажав на него, вы ставите галочку сообщать мне обо всех новостях этого канала. И тогда вы не пропустите новые видео с канала Funny Games TV. Ну и конечно же, не забывайте поставить лайк. Такой крутой воин. Эгэгэгэгэгэй, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, мы продолжаем играть с вами в Shadow Fight 3. Так, давайте первым делом бесплатные карты получим. Что у нас здесь? Простой меч и монеты, отлично. Так, нет, смотреть я не буду. И давайте откроем кейсы. Так, есть простой у меня кейсик, обычный сундук какой-то, я не знаю, почему он розовый. Щит, доспех, редкий перк. Так, отлично, шлем кочевника, подлатник и все, да, на этом, да. Далее, обычный опять сундук, опять же, так, открывайся давай быстрее. И что у нас тут? Так, нырок, редкий спецприем, шлем кочевника опять прокачался немножко. И укус змеи, редкий спецприем, тоже прокачался, железное копье мое прокачалось. И так, все, еще один кейс обычный. Остается и потом редкий кейс, по-моему, у нас будет, ребят. Так, железное копье еще немножко прокачалось. Кузьми еще тоже прокачался. И простой меч, обычный меч какой-то прокачался немножко. Так, ну и, конечно же, редкий у нас сундук. Давайте глядеть, что тут у нас выпадет. Парные мечи. Железная хватка. Ну, что-то такое. Серебряный шквал 3-го уровня. У меня его еще, он мне еще недоступен. Так, и бонусная карта, давайте поглядим, что выпадет. Так, еще доспех горца. Так, давайте отправимся в экипировку, ребят, и выберем металлическое жало, редкое копье. Да, давайте наденем. Так, что у нас тут есть? Железная хватка и укус змеи. Окей, давайте его наденем. Все, давайте посмотрим задания, какие у нас есть. Здоровье падает. Ого, сложно. Накажи преступников рядом с теневыми вышками. Здоровье падает со временем. Так, погоди, ты надел лучшие вещи, которые у тебя есть. Я должна быть уверена, что с тобой ничего не случится. Нет, спасибо, да, со мной все хорошо, давай. Здоровье падает со временем, ребят. Ну что ж, давайте попробуем, одолеем разбойников, ребят. Не знаю, как получится. В общем, здоровье падает со временем. Давайте попробуем, ребят. На, держи, иди сюда, бродяга. И сразу же ему кровотечение. Ух, еще разок. Давай вниз, на, вот так. И, ой. Ребятки, надо быстро. Давай. На, получай, кровотечение. Нет, у меня кровотечение. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, давай. На, держи, есть, отлично, ребят, победили. Так, фух, первый раунд за мной, ребят, отличненько. Так, надо теперь во втором раунде попробовать его одолеть. Так, давай. На, держи, вот это хорошо. Давай, ух, отлично, еще, на, не вставай. Вот так, не вставай, говорю. Не вставай, ой. Так, ну-ка, давай, у меня кровотечение, ребят. Давай, бросай его, тень. Да, нет, да ты посмотри. У меня зато магия есть. У меня сейчас есть магия, ребят. Ладно, хорошо, ничего страшного, ничего. Сейчас в третьем раунде, я думаю, мы реабилитируемся, ребятки. Давай, на, держи, отлично. Еще так, и вот так, хоп, и вот так, на. И вот так. Ой, иди сюда. Ух, ты посмотри, что он творит, а. Давай. На, держи. Ай-яй-яй. Все, да, есть. Отличненько, ребят. Это было сложное задание, но мы с ним справились. Это хорошо. You win. Так, и что вы мне дадите? 100, ого, сколько, смотри. Отлично. Парные мечи прокачались. Хорошо, так, продолжаем. Дальше. Театр легенд у нас, значит, инвертированное управление. Ух ты, то есть назад это вперед, а вперед это назад. Отлично, хорошо, давайте пройдем все эти задания.
Ох, а что тут? Когун против ведьмы, смотри. На, держи, ведьма. Отлично, на. Ой, ведьма на нас нападает, ребятки. Да подожди ты, ведьма, на, отстань от меня. Давай. Да как медленно бьешь, ты посмотри, а. На, отстань от меня. Так, есть, отлично. Отлично, справляемся. На. Ого, ничего себе, смотри, какие я удары могу делать. Ногами, смотри. Давай, ногами. Да ты подожди. Да что такое, ребят? Она ничего мне не дает сделать вообще. Ой-ой-ой, вот это да, у нее палка, вот эта махалка. Ой-ой-ой, вверх с низом тоже поменялась, на. Да подожди, дай. На, есть, отлично. И еще ногой. Ха, не достаю. Есть, все-таки одолел. Отличненько, ребят. Ух ты, хорошо. Так, это было сложненько. Это было очень сложно, ребят. Я на самом деле не вру. Так, хорошо, давай первый удар ногой попробуем. На, держи. На, ай-яй-яй. На, отстань. Ох, еще и кинула меня, а, ты посмотри. Да тут стонешь, нет, на, вот это хорошо сейчас было. Это хорошо, ребят, на, отстань. Да уйди, на. Есть, шок, еще оружие выбил. Давай. Ой, как прыгнуть, а? На. Есть. Ой. Давай. На, есть, отлично. Побеждаем. Ух, хорошо. Посмотри, ведьма какая, ты глянь на ее лицо. Хо-хо, какая она страшная, а? Разрисованная. Так, циклон, новая способность. Парни мечи прокачались. Закрытый шлем прокачался немножечко. И все, отлично. Так, фанатка. Вот так и Когун расправился с колдуньей. Несмотря на все ее уловки. Отличная победа. Спасибо. Так, и все, и заданий у нас больше нету. У нас есть экипировка. И у нас, значит, что? Мечи, смотри, они неплохие стали. 90, в принципе, а какие способности? Шинковка, редкий спецприем, серия из двух ударов. И еще что такого? Ничего такого больше нету, в принципе. Да нет, наверное, все-таки я пока останусь на этом. Так, давайте дуэль теперь. Попробуем противника себе кого-нибудь подберем. И против нас Джой какой-то, 420 у него... кубков, да, чувак крутой, видимо, ребят, чувак крутой. И у него наши вот эти оружие, вот это наше. Давай, на. Отлично, кровотечение вызвал. На, отстань от меня. На, держи. Давай. Есть, хорош. Ой-ой-ой, ты посмотри, сколько у меня хпшечки-то наносит. Ох ты, критический удар. Еще. Ах, я перепрыгнул просто его. На! Ошеломил его, похоже, да? На! Все, у него кровотечение, ребят. И, ох, как красиво! Вот это красивенький ударчик был. Джой 1-3-1. Извини, Джой, но мне нужно выигрывать. Мне нужно выигрывать, по-любому. Так, у меня есть еще и магия, ребят. На! Давай, магию. Иди сюда. Come on. Держи. Отлично. На, держи. И на, еще. Ух, хорош. Давай. На, получай по голове. Хорош. На, есть еще. И не вставай, Джои. Не вставай, ушел от меня. На, есть. Кровотечение, на, все, отлично. Слушайте, ну неплохо я его победил. Неплохо, скажем честно, да? Так, и увин. И что мне, 19? А что так мало кубков мне дают? Раньше много давали. Ух ты, редкий сундук выпал сразу же. Давай, начинаем его открывать. Давайте еще дуэльчик. Устроим поиск противника, и против нас кто? Чем? 445 кубков, 258 у него броня. Ничего себе. Где они с такую броню понабирали, ребят? 458 у него броня. Вообще нереально. Смотри, как я ему мало отнимаю, видишь? Чем, короче, крепче...
броня тем... На, получай. Тем как бы тяжелее, ребят, сражаться. Критический удар мне, смотри, нанес, а. Да отстань ты, а. Отстань. Ох, и он меня магией ловит, ребята. Он меня ловит магией. На. На, держи. Я тоже так могу. Иди сюда еще теперь. На. 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 Вот так. На. На. Получай по голове. На. На. Отлично. Ой-ой-ой, как больно. Ой, как больно, а. На, получи. На. На. Отлично, ребят. Ну, все-таки Чена одолели мы. Чен. Крутой чувак какой-то Чен, а. Реально он очень тяжелый, ребят. Он реально очень тяжелый. Давай, иди сюда, Чен. На, получи сразу. Это копье, оно имбовое просто, ребят. Оно просто мега крутое. На, отстань. Ау, он дотянулся до меня. Ой-ой-ой, уходим. Оп, на, на. Ох, ничего себе, это было больно. На, Чен, получай. Ох, на, есть, отлично. Кровотечение еще вызвать надо. Ай, да что такое, хватит меня сбивать уже с ног, а. На, кровотечение давай. Нет, не получается. О, хорош, разворот ему врезал, ребятки. Давай, на, на, Чен, иди сюда, come on, на, все, отлично, oh my god, просто вырубили его, ребят, отлично, вообще круто, мне понравилось, хотя, ух ты, вот сейчас нормально мне дали обычный сундук, да что ж такое-то, а, это же нечестно, так, хорошо, у меня пока нету, давайте, короче, отправляемся в бой. Одолей Гизма, ребят. У нас сегодня серия «Как одолеть Гизма, старый друг». Он просто невозможен. Я не знаю, смогу ли я его сегодня одолеть или нет. Он реально очень мега сложный. На, держи Гизма. Я ему отнимаю так же мало по-прежнему. На, получай кровотечение. На, получай. Давай, бросай. Он должен бросить. Вот, он сейчас бросит свой меч. Видишь, что? Смотри, смотри, он мне сразу... Половину хп почти сносит. Да отстань, на, держи. На, держи. Так, ну что ж, иди сюда, Гизма, на. Ой-ой-ой, иди сюда, камон, на. На, ух ты, хорош. Нет. Ай-яй-яй, он меня бросает, ребята, он меня бросает. Так, первый раунд, так, ушел от меня, на, есть. Отлично, я ему врезал. На, еще в колено ему. Еще на. Так, хорошо, Гизма, давай. О, да что ж такое-то? Какой-то разворот делает и сразу меня вырубает. Вот это хорошо. А это и это хорошо тоже. 1-0, ребят. 1-0, пока справляемся. Так, ну что ж, Гизмик, давай еще разочек. Меч сейчас возьмет в руки? Нет, пока не берет. Это хорошо, ребят. На, держи, Гизмик. Держи, Гизмик, держи. На, еще тебе, и с разворота. Да что ты был... Посмотри, что он творит, а. На тебе издалека. На тебе еще. И не вставай, говорю. Все, убегаем. Вот так, подальше от него. На, дотянулись? Отлично, дотягиваемся. Еще на. Ах, ты посмотри, что делает, а. Опять ты посмотри, что делает, на. Ай-яй-яй-яй. И магию не дает мне применить. Не дает мне... Теневую эту применить. Ой-ой-ой. На, есть, хорош. И с разворота. Давай. Нет, ах, он ловит меня. Ай-яй-яй-яй, половины хп нету, ребят. Все, еще вот так делать. Давай, кидаем его тоже. Вот, хорош. И подальше его от себя. И давай, с прыжка. Вот, хорошие мои любимые ударчики. Ай-яй-яй-яй, убегаем. На, держи с разворота. Давай. Кейн, ну же, пожалуйста. Ух, шок. Хэдшот. Все. Догнал вот это вот. Бежит он, как сумасшедший. 1-1, ребят. 1-1. Очень тяжелый босс.
Ох, ребятки, держите за меня кулачки, а я уже хочу его победить, одолеть, а он мне просто надоел мне. На, держи. Ай-яй-яй-яй, вот этот удар удушающий я не смог применить. Давай. Ох, ты посмотри, что творит, а. Да хватит, дай мне встать. Ты посмотри, хочешь схватить меня, но не получится у тебя. Не получится, держи. Вот так, не бегай тут, не бегай. Здесь нельзя бегать, вот так. Да что такое, пнет просто и все, я сразу... Ох, вот так, отлично. Видел, как я убежал от его этих... Бегай от этого его, на, держи. Еще раз, на ему, еще... Ой, схватил. Сейчас пнет. Нет, сейчас он кинет. На, кровотечение, давай, тень, давай, на, держи. Ну уже, мы должны. Есть, 2-1, ребят, 2-1, ух ты, хорошо. Делаем все по такой же тактике, ребят. В общем, если вы не можете Гизма победить, то делайте вот так, как я. Берите это копье, одевайте самую лучшую броню, какая у вас есть. И все, и в принципе, я думаю, что это возможно, ребятки. Давай. На, есть, хорош. Отходи. И теперь вот так. Ух, хорош. Так, и с разворота на ему. И ай. Ой, Гизмик, отстань. Ах, поймал, ребятки. Сейчас совсем мы ему мало отнимаем. Совсем. Ох, какой удар критический. На. Уходи, тень. Давай. На, вот это хорошо было. Вот это, ай-яй-яй, он ловит опять ловит. Уходим. На, с разворота. Ой, уходи, да нет. Сильно близко к себе подпустил, и все, и он меня вырубает. На, с разворота, а теперь прыжок, вот, отлично. И удар снизу, нет, с разворота, ай-яй-яй, не успеваю, сейчас пнет. Ай-я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 й. Давай еще. Магию, ух, отлично. Есть, хорош, так. Нет, не та магия. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Уходим, на, держи, есть, отлично. И давай еще прыжки. Есть, да, все, победили, ребятки. Вот так вот его победить легко. Вот так его легко. Сфера. Сержант велел мне дождаться тебя. За сферой он отправится сам. С каким-то новым отрядом. Они обманули. Я хотел только одного, как следует повеселиться и надрать пару задов. Твой в особенности. А ведь я удивилась, когда он назвал сферу просто трофеем. Пока мы искали Гизма, он готовится к своей операции. Мы должны вернуться и остановить сержанта. Я успела рассказать ему слишком много. Невидимка. Джун, ты забыла о нашей миссии. Я жду вас в ущелье. Чувствую, что мне пора вмешаться. Так, невидимка какая-то появилась, ребят. Есть, отлично. У меня новый уровень, ребят. Ну, наконец-таки. Наконец-таки мне дали новый уровень. Ух ты, ничего себе, сколько бубликов. Лабриксы прокачались, 127. Классно, простой меч прокачался. Щит, доспех, какой-то редкий перк. Вау, и укрепленный шлем мне дали. Давайте еще бонусную карту поглядим. Ух ты, отлично, еще простой меч немножко прокачался, ребят. Давайте продолжим. Так, теперь у нас что? У нас есть бустер, кстати, который мы можем с вами открыть. Ну что ж, давайте, наверное, купим его за 1000 бубликов. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Ломаем его, режем на кусочки и смотрим, что у нас тут выпадет. Так, железное копье. Ух ты, обычное копье прокачалось, смотри. Серебряный шквак 144 стал. Укрепленный шлем 97, вот это класс. Простой меч 126, смотри, стал урон у него. И подлатник, обычный доспех 102, вот это да. Так, в экипировку, конечно. Так, давайте начнем со шлема. Шлем, смотри, какое удушение, теневая способность. Окей, так, мы можем на него вот этот эпический перк применить и надеваем. Крутой шлем у нас. Кстати, ай-яй-яй-яй, а доспехи-то, вот это подлатник-то у меня крутой. А что мы тут можем одеть, ребят?
Шаги колосса есть, отклонение и щит. Давай щит лучше оденем. Во, и надеваем этот доспех. Отлично. Также оружие, ребят. Смотрите, какие у нас тут же... Вот этот меч. Так, способности какие у нас есть? Так, кровотечение, конечно же. Я хочу применить. И второй, это, наверное, угол ската. Редкий спецприем, последовательный из 3 ударов двуручным мечом. Надеваем давайте. Во, хорош, хорош, ребят. Так, давайте смотреть. У нас глава первая, нормально. Ну, давайте для начала выполним дуэль. Поиск противника. Кто у нас? Лорд Али. 305, смотри. 466 этих у него кубков. Хорошо, давайте поглядим, значит, что у меня за меч такой. Ой, он очень, мне кажется. На, на. Так, кровотечение вызвал, смотри, сразу же. На, 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 на. Ух ты, хорошо-то как. Все. Лорд Али, победили. Вот это да, вот это мечара. Вот это меч, ребят, вот это я понимаю меч. Ух, хорошо, давайте еще попробуем. Ох, как он его эпично держит, мне нравится. На, на. И кровотечение, смотри. На. Давай. Ой-ой-ой. Уходим, уходим. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты посмотри, как лорд Али меня мочит, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй. Да отстань, лорд Али, отстань от меня. На, держи. На, на. Да ты чё такой? Ой, он мне оружие еще и выбил, ребят. Похоже, лорд Али меня победит сейчас. На, я его бросил. На, еще тебе. На. На, отстань. Ах, критичный удар мне в живот наносит. Все, он меня побеждает, ребят. Он меня побил. Ничего себе, у него доспехи какие. А у меня вообще ничего такого нет крутого. Ох, ну это сложно, это сложно. Хорошо, давай. На. Ой, на, держи. На, на. На же. Так, так, подожди, подожди, лорд Али. Иди сюда, давай, магию хотя бы использовать, дай. Давай, бросай его, вот. И магию, магию. На, держи. И все, все, мы ждем, ребят. Отлично. Слушай, ну вот этот мечара, вот крутой, мега крутой меч. Он мочит неплохо, ребят, он мочит. Смотри, 34, у меня уже 523 кубка. Обычный сундук опять. Ну что ж такое-то, а? Так, ну ладно, глава нормальная. Давайте дальше пошли. Невидимка Джун. Мы выполняем задание, о котором знают единицы. Я могу быть невидимым, потому что я вестник. Но ты... Я знаю, что ты мне скажешь. Надо охранять сферу, бла-бла-бла. Обороняться надежнее, бла-бла-бла. Тебе я ничего не скажу. Я познакомлюсь с твоим другом. Если он победит меня, то вы вернетесь в лагерь. Окей, противник невидим. Невидим, ребят. Отлично, невидимый противник. Загадочный противник, смотри, против нас. Да, я его уже побеждал, по-моему, этого противника, ребят. Так, давай. Ух ты, да ты посмотри. Да как тебя одолеть? Ох, шок, я ему оружие выбил. На, отлично. На, отлично. Ну подожди, дай мне ударить тебя. На, держи. На, держи. Да бей, 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 тень. Ой-ой-ой-ой, на. Все, отлично, победил. Невидимку победил, загадочный противник. Вот смеху-то, а, ребят. Невидимку. Я его уже победил, когда вот только игра вышла, когда у меня была английская еще версия. Я его побеждал, ребятки, если вы помните. Да отстань ты, а, ты посмотри. Давай, давай. Давай, 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 просто бей. Ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? У меня меч такой, что он пока разгонится там вот это вот. Мне не нравится, конечно, что он очень медленный. На, еще. Ух ты, кровотечение. На. На. Все, вырубил его. Смотри, зато с двух ударов, с трех где-то. Я его вырубил. Отлично, невидимка. Мне лишь надо было убедиться, что ты стоишь того, чтобы Джун не спускала с тебя глаз. Скоро мы познакомимся поближе. Хорошо, Ювен. Так, ну ладно, ребят. Выиграли мы, да и ладно. Награда 300. Так, куртка скаута прокачалась. Вот, отлично. Так, парные мечи слабенькие. А еще раз парные мечи. Щелкунчик
если редкий спецприем. Окей. Так, можем бустеры купить. Давайте бустеры возьмем. Так, ой-ой-ой, что я сделал? Вот сюда же надо нажать, да? Давайте покупаем бустер. Поглядим, что у нас тут выпадет. Так, шлем кочевника, опять то же самое. Металлическое жало. Комплект штрафника прокачался немножко. Куртка скаута, которую я сейчас, наверное, одену. Крепленная броня. Так, ну что ж, в экипировку давайте, да. Значит, что у нас? У нас куртка. Вот эта вот. И мы можем на нее... давайте, наверное, щит установим и надеваем. Отлично, вот сейчас курточка у нас хороша. Так, значит, у нас осталось с вами начать дуэль. Еще надо один кейс попробовать заработать. Может быть, какой-нибудь еще редкий. Так, Флокс против нас. У него 344 броня и 548 кубков. Ну ничего себе, чувак крутой. Чувак крутой, явно. Ох, а у него скоростной меч какой-то, смотри. На, на. Ой, я тоже так могу. На, держи. Давай, 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 давай. Есть, я первый. Все, я его уже победил. Вот это крутень. Вот это крутотень, ребят. Смотри, сколько я ему там ударов сделал-то, я даже не помню. Не так много, на самом деле. На. Отстань от меня, на! Ох, 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 это больно! Да, да... Чего? Это как? Это сколько он мне хп отнял? What? Это что было? Как это он сделал, а? Смотри! Смотри, сколько он хпшки мне отнимает, а? Это... Что такое? На, держи, Флокс. Тарафлокс. Побеждаю я его. Ух, я не понял, в чем проблема. 46, смотри, 569, ребят. Редкий сундук, еще один. Вот это клево, ребят. Вот это клево, вот это мне нравится. Так, ну что ж, экипировка есть, глава первая, нормально, давайте дальше. Главное сейчас застать сержанта, если он уже отправился за сферой, нам будет намного сложнее. С каких пор ваш лагерь охраняет кирасиры? Этот вот пришел явно по твою душу. Что за кирасир? Победи кирасира, нанятого сержантом. Холодный прием. Что за керосин еще тут на меня нападает? Керосинчик, ребят. Кирасир, смотри. Точно. На, керосинчик. Ух, ну ничего себе. Ты что такой недоброжелательный? Керосин. О, шок, оружие выбил мне, керосинка. Что ты там делаешь? Ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Мы что тут, проигрывать начинаем, что ли, а? И я ей оружие тоже выбиваю. На, держи. На, на. Давай, давай, бросай ее. Ну. Есть, отлично. На, держи. Керосинчик, давай сюда, иди, камон! Камон, камон, магиор! Ай-яй-яй! Как она магию остановила? Я что-то не понимаю в этой жизни, что ли? На, керосин! На, на! Есть, отлично! Отлично, побеждаем! Ух, хорошо! Так, давай еще ударчик снизу сейчас проведем, на! Ой-ой-ой, на, 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 отстань от меня. Оп, ух, есть, отлично, я ей вызвал кровотечение, ребятки. Давай, я ей врезал опять. Оп, оп. Да, куда ты бьешь, тень, развернись, на. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, критические удары, как много у меня, она отняла. На, уйди от меня. Уйди, есть, отлично, с разворота прям. Хорошо, тоже было клево. Это было клево. Может быть, нам придется сразиться со всем легионом, пока мы не найдем этого труса. Сержант, девочка, не меня ли ты потеряла? Зачем сразиться с целым легионом? Достаточно будет одного бойца из моего нового отряда. Хорошо, давайте поглядим, что за новый боец. Так, еще 20 нам дали опыта. Прокачиваемся немножко. Так, шлем кочевника прокачался два раза причем. Ух ты, куртка скаута еще прокачалась, смотри. Еще сильнее стало, ребят. Это круто, это круто.
Так, все, сундуки у нас открываются. Смотри, глава первого, задание сложное. Сержант доволен собой, но у него не выйдет долго прятаться за своими бойцами. Итак, новый теневой отряд. Сильнее чего действеннее своих предшественников. Так, победи солдата из нового теневого отряда. Сложно, ребятки. Сложный какой-то. Новый теневой новобранец, смотри. Ого себе. Теневой новобранец. Ой, у него вот это копье, как у меня было, ребята. Но оно очень длинное, и оно может издалека мочить. Ай-яй-яй. Давай, бросаем его. Вот, молодец, Сень. И пинай его. Вот. На тебе. Это он мне врезал. Что такое? На, держи. И иди сюда. Вот так-то удушение ему еще сделаем. Ай-яй-яй. Давай, тень. Есть, отлично. Теневого новобранца победили. Ух ты, слушайте, за такой грейд мне дали, смотри. За такого бойца мне должны дать какой-нибудь нормальный доспех или оружие. На, держи. На, получи. Вот, хорош. На, вот так-то. На, ох, хорош мой меч. Отстань, говорю. Да что такое? Я ничего сделать не могу, а. На, есть, хорош, и снизу еще ударчик, вот так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я вроде бы защиту ставлю, но не знаю, ребят, не знаю, оу, есть. Давай еще раз, есть, побеждаем, круто. Хорошо. Тень к нам спиной смотришь. А тебя можно было бы поставить тренером для новобранцев, но у старейшин на тебя другие планы. Превышение полномочий, нападение на сослуживцев. Иди прогуляйся перед казнью, завтра тебя будет ждать палач. Чего? Какой палач еще? Палач, ты издеваешься над нами, что ли? Какой палач? Мы пришли тут по твою душу вообще-то. Так, серебряный шквал еще прокачался, смотри, 161 стал. Круто. Так, продолжаем. Так, задание сложно, ребят. Так, все, наверное, давайте на сегодня заканчивать уже, ребятки. Итак, мы сегодня с вами отлично поиграли. Победили с вами Гизма. В общем, вы все поняли, ребят, да? Если хотите победить Гизма, выбирайте. Выбирайте вот это металлическое жало. Вот, и можно им отлично побеждать. Вот это металлическое жало, оно вообще самое крутое, наверное, оружие, потому что оно очень длинное. Смотри, какое эпичное у меня. Все, ребятки, посмотрите видео, которые вышли вот здесь и здесь. Подпишитесь на канал с правой стороны, значок подписки. С вами был Максим, ребят. Мы играли с вами Shadow Fight 3. Сегодня мы победили с вами сложного босса Гизма. Всем пока, удачи. Удачи и пока. Удачи, пока, удачи.